У этой Лада Калина звуковой сигнал работал, то не работал. В общем, переменно. А теперь вообще перестала работать. Снял вот эту вот решетку нижней части и рукой туда залез и открутил верхнюю часть этого сигнала. Снял его с этого разъема. И вот это кольцо развальцевал отверткой. Таким вот способом развальцевал. В общем, кольцо это снялось. И верхнюю часть, крышка этого сигнала упала. И там был конденсат везде. И собралась от этого конденсата, даже здесь вода образовалась. И здесь тоже вода была. И контакт вот этот вот, и вот этот пятачок полностью был ржавый. И здесь контакт пришлось зачищать. В общем, отгибал и наждачкой чистил. Все прочистил, протер, просушил. Далее, чтобы этого конденсата не было, я здесь вот сделал вот такие вот отверстия болгаркой. Вот теперь буду собирать. Далее отрегулирую звук. И все, конденсата не будет, и сигнал всегда будет работать. Ладно, пока.